Также онлайн теперь можно и предложить свой закон. Уже неделю в России работает сайт российских общественных инициатив. Правда, до 15 апреля тоже в тестовом режиме. Сайт создан по поручению президента Владимира Путина. На сегодняшний день там 217 инициатив. Предлагается, например, отменить нулевое промилле. Это предложение лидер на сегодня по количеству голосов. Их больше 3000. А для того, чтобы инициативу рассмотрели депутаты Госдумы, необходимо собрать 100 тысяч голосов. Через неделю популярные предложения граждан начнут проходить экспертизу, которую проходит сегодня любой законопроект. И в случае успеха идеи будут выноситься на народное голосование.